Здравствуйте, уважаемые друзья. У меня есть вот такой телефон. На нем есть одна интересная программа. Она записывает звонки. Я хочу вам дать послушать пару звоночков, а потом поясню, для чего это все. Вот послушайте. Здравствуйте. Добрый день. А вот я вам задал катализатор топлива такой жидкий. Ну, я еще бы хотел приобрести. Ну, а в чем проблема? А что? Ну, запросто. А? Запросто. Ну, вот сейчас, куда мне подъехать, я в городе. А, ну, подъедьте. Ну, далее мы договариваемся о месте встречи. Но чтобы не быть голословным, и что мы действительно встретились, вот второй звоночек. Алло, 23-го, куда мы? Прямо? Не, не в ту сторону, левее. А, левее? Да. Сейчас я подойду. Да вот к цепочке. Сейчас подъезжаю я сейчас. Куда подъехать? Ну вот здесь подъезжаю, сразу ищу направо потом. Вот так человек купил у меня раз вот такой буст. Понравилось, купил еще второй раз. Почему вот этот звонок ценен? Вот этот человек, ну, бизнесом он сразу отказался. Я его, в принципе, знать не знаю. Он меня сам нашел, купил бутылку, попробовал. Я знаю, что с интернетом он вообще... Говорит, да какой интернет? Нет, ну, работает. Машина новая, решил вот подстраховаться. Купил буст. Ему понравилось. И вот он не знает, что кто-то там в интернете пишет, что вот у меня там два технических образования, это работать не может, все это ерунда. Извините, а для чего вообще эта продукция создавалась? Институт, наверное, какой-то создавал. Вот такой вопрос. Но не в этом дело. В принципе, я просто провожу параллели. У меня есть один товарищ, который у меня тоже купил вот эту бутылочку. Где-то года два, наверное, или полтора. Но я его часто вижу. Ну, намного чаще, чем с этим. Этого я только человека, Сергея, я его только второй раз встретил. Вот тут первый раз бутылку купил, второй раз. Так вот, у него эта бутылка лежит. Я его сколько не спрашиваю, ну ты пользуешься? О, нет, все, никак. Но я знаю, что человек этот грамотный. Очень. У него ноутбуков много, он пользуется интернетом каждый день. Вот наверняка что-то посмотрел и где-то поймал вот этот негатив. А где-то люди, вы знаете, вот есть люди, которые, им пофигу все. Им лишь бы вот взять и написать какую-нибудь гадость. Я вам просто параллели провожу, что человек в интернет не лазит. Он не знает, что там кто-то что-то написал. Он сам испробовал, ему понравилось, купил второй раз. Вот задумайтесь об этом. Ведь не просто так он позвонил и купил вторую бутылку. Так что подумайте, где правда, а где ложь.